сейчас надо подожди, я сейчас снимать вулкан буду. Не надо болтаться. Блин, пресса. У меня на телефоне вот звонок Лукпану, это был 22-29, я сейчас посмотрела. Я услышала его голос, он говорит: Тамара Левкалина, в меня стреляли. И я просто ушам не могла поверить. И да. Он тут же отключился. Да. Этот, видевший там показания милиции, то, что было 5 человек, после этого прыгнули в посад улыбку и уехали. Знаете, как... Там вот на самом месте там, ну, крови много. Основные раны именно с двух ножевых около сердца. Сейчас все следственные оперативные группы на месте сейчас находятся. Да, на месте сейчас проходят все необходимые. 8 ножевых ран подтвердили, и у него еще черепная травма. Видимо, его ударили очень сильно. Ну, из жизненно важного органа, говорит, не затронуты. Как-то вот таким вот образом, но, судя по характеру, нож очень глубоко проникал, потому что повреждена плевра, брюшина, ну характер он такой серьезный. Они сказали, что состояние стабильное, но стабильно тяжелое. Они говорят, мы сделали все, что могли.